Что ожидает овнов в делах любовных? Самое прекрасное настроение. Что ждет тельцов? Найдет какой-нибудь подарок. Скорее всего, денежный. Денежный? Угу. Сколько примерно? Ну, рублей 500. А что ожидает близнецов на конец зимы? Удовольствие в любви. Ага. Скорее всего, у львов все будет... как у всех. Если скорпионы вдруг затеют какую-нибудь финансовую авантюру на остаток зимы, будет ли она удачливой? Скорее всего, нет. Их посадят. Козероги. Все станет сначала плохо, а потом опять все очень будет хорошо. Ага. Мне кажется, рыбы самый лучший знак зодиака. Мне кажется, все будет у них хорошо, потому что я сам рыба. И родители им дадут денег? Ну, на машину, например. Ага. Ну или на новый компьютер. Если вдруг водолей решит вечерком темным прогуляться по Чепецку, что его ожидает? Ожидают неожиданные романтические встречи. Чепецк – столица романтики. Да, я думаю так. Ой, не знаю. Нет, да? Не знаю.